Да, я буду играть на выборы. Так что выборы, как это, в прикупе чудеса. Вот в прикупе будут чудеса. Выиграют те, на кого не думают. Если бы Я? вы узнали рейтинги, вы бы охерели. Да я ж вырос в этом всем. Я ж понимаю. А когда ты вместо того, чтобы получать политику, срешься из-за бабок капитализации, то извини, или трусы, или крестик. Вот тебе и вся картина выборов на весну. Все показатели. Вася, если бы вы узнали рейтинги, вы бы охерели. Там меньше стат погрешности в этом всем. Понимаешь? Так что выборы, как это, в прикупе чудеса. Вот в прикупе будут чудеса. Выиграют те, на кого не думают. Я, Вася, скажем так, украинская партия идет. А я лично, жизнь покажет. Потому что если мне надо будет стать громоотводом этого всего, и все удары пойдут на меня, то я достаточно умен для того, чтобы, зная, что мой вес дерьма, который на меня выльет, будет превышать возможности корабля с команды, я не взойду на борт. Я знаю, что ну, корабль должен плыть. Если я смогу отбиться, да, буду. Если нет, я останусь на берегу, ничего страшного, корабль поплывет. Кидайте в меня, дураки. Тут очень важно, чтобы выжила система, понимаешь? Я ее буду строить и выживать, распределенное дело. Да, я буду играть на выборах, но во, вы достанете систему. Мы писали учебники там, где они учились.